Приветствую вас, дорогие друзья! Я решил спустя длительный перерыв сделать для вас очередные серии выживаний по игре Мафия и, возможно, Мафия Definitive Edition. От вас зависит, какая машина, какой режим будет использован. Я буду все это выкладывать во вкладке сообщества, и вы будете решать, на чем и как я буду выживать. Ну, сейчас я выбрал Bold Hearts, наверное, по той простой причине, что меня он очень впечатлил в игре Mafia Definitive Edition. Именно на нем мы угоняли, вот именно на этом Bold Hearts. И та часть не записалась, мне немножко грустно от того факта. Но почему-то ОБС не захотела его захватывать нормально. И как только какой-то пролог случался, ОБС сразу же отключалась. И из-за этого часть куска вы не увидели. И это было грустно, но это было неизбежно. Также в Definitive Edition не было сохранений конкретных моментов. То есть нужно было главу проходить с самого начала, что тоже очень грустно. Так, ну что, ладно, мы на Bold Hearts стреляли по гангстерам. Видимо, они очень добрые, и поэтому решили, ну, водитель катафалка, ну, видимо, просто у него очень жопа подгорела от клиентов. Ну, ничего страшного, заделаем эти дырочки. Вот в голове дырочки вам никто не заделает. Так, все. Разгоняемся, скорость невероятная. Просто догнать не могут нас. Вы же не можете нас догнать? Не могут догнать. Стараются, но не могут. Нас охраняет священная аура. Ой, слишком много машин. Ой, красиво-то как, черт возьми. Он просто протаранил бензоколодку. Так, не-не-не-не-не, врать, не-не-не-не-не, не надо так себя вести, не надо, по культуре не нужно себя вести, поскромнее. Вы так тут разъезжаете. Да это что за безумие такое, а? А как вы выжили? Извините, вы перекрутились на крышу, на мягкую, и вы после этого выжили. О, нет, все плохо. О, еще попали по мне. Еще окошко, самое главное окошко закрыть, да, действительно, Томми, молодец. Самое главное, чтобы не поддувало. Угу. Так давай, разгоняйся, ну, ой, надо было ласитра взять. Это какой-то очень медленный катафалк. Ну хорошо, что у меня противники очень тупые. Так, справа они обгоняют крайне редко, да, мне говорили? Сейчас проверим. Тихо, все, я еще живу. Потрясающе, как я еще живу-то после этого всего. Так, копченый сесть против меня, ну, заметьте, Морелло платил гораздо больше, чем Сальери. Почему бы нет? Так. Ну, эти вам ублюдки, хотел бы я сказать, но что-то не получилось. Так. Ладно, я буду дерзить. Я не понимаю, как я до сих пор выживаю на этом ведре. Надеюсь, что трупа у меня сзади в гробу нет. Ой, вы решили меня тут обогнать. Ну, серьезно, что ли? О, нет. Только не переворачивайся, тут нет кнопочки перевернуться обратно на колеса. А, ну, видимо, все-таки святая аура мне помогает. Тихо. Нет! Ах, вы ублюдки ушлые! Мой любимый респ в прогулке. Ох, как я любил тут разгоняться. Прям с моста, как на каком-нибудь хот-роде или Люцифере подпрыгнуть. И утопиться нахрен из-за того, что я летел не туда постоянно. Или на Крэйзи Хорсе, например. Вообще будет счастье, если ты же... да серьезно. Прям в честь возрождения, выживания. Ой, как я польщен. Я тупо не долечу, ведь да, туда серьезно, да? Вот, ну я старался. Ладно, хорошо, ну бывает, ну подумаешь. Ну, силёнок не хватает этой машине, это всё-таки болт. Что вы требуете от болта? Единственный болт был нормальный, болт Робер, то на этом болте приехали убивать Томми Анджело, поэтому тоже он как бы не очень. Ну что, ладно, где вы там? Я буду мстить вас за то, что вы меня отдали водяному. Так, давай-ка с тобой разберемся, пухлый. Так, вот с тобой, пухляш, мы тоже разберемся. В Райта я привлекать не буду, потому что он как бы не мой калибр. А Фальконер и самое то. А копченых я не боюсь. Ой, жалко, тут нет тарана вот этого магического, который нажимается на F из Definitive Edition. Вот, друзья, пишите в комментарии, какое выживание сделать следующее, на какой машине и вообще в какой игре. В GTA любую часть берите, Мафию берите любую часть. Будем выживать где угодно. Вот, так что возрождение веселых, ламповых, угарных и немножко трэшовых роликов будет. Буду вас закидывать самым разнообразным интересным контентом, чтобы вам было веселее. Ой, пулякать своей пердушки-то маленькой. Ух, не дали ему нормальный ствол, вот он там. Показывает свое недовольство.
что и это все, ребята, вам же деньги государство платит, и Морелло платит, давайте, давайте, соберитесь. А то я сейчас от скуки начну в райтов привлекать. Вообще, куда Фалькон родились, а? Брал вроде себя по калибру, о, Тротенберг, хорош. Надежда, немецкий спортивный автомобиль, как говорил Лука Бертоне вот таким вот голосом. Не хочется, конечно, тебе его отдавать, хотел его оставить себе, да, если ты мне поможешь, то я помогу тебе. Так, задолбали. Помогите, да не поможете никто, и вам не поможет никто. Так, ну ладно, вра. Какой стрелок-то? Просто лучший. Так, ну и тебя привлеку. Ой, патрон не хватило. Ой, хватило, все хватило. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я хитрый. Скорая, помоги мне. Ой, опять Траутенберг. Ох, не на счастье, он прилетел ко мне. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребятки. Бум. Так, а что-то меня накренило уже машину маленько. Уступите катафалку. Ой, какие вы просто лучшие водилы, а? Они обогнать Болтхёрст не могут. Нормально, грамотно обогнать. И вот они, как говорил Сальери из Definitive Edition, когда он злится, он тупит. Вот про них тоже. Так, 3 на 14. Число пи. Так, ну что, ребятки, ну где же вы? Эх. Ну что же это такое-то? Разворачиваться вынуждаете меня, фору вам давать, ну вы издеваетесь совсем. Я один, вас много. У вас машины гораздо более современные, у меня катафалк. Так, ну и опять фальконеры куда делись. И фальконеры, и врайты. Куда они деваются, непонятно. Видимо, они просто добрые, не злопамятные совсем. Серьезно, тяжелая артиллерия, в бой. Тихо-тихо-тихо. О, покатай меня, большая черепаха. Кажется, все дерьмово. Нет-нет-нет, нажимаю на F, может быть, сработает. Не сработало. Ох. Молодец. Молодец, копченезник, так держать. Да все, не мучайся. Ах, вы хитрожопые! Так, ну что, мне нужна машина. Болткёс перевернули, уроды. Что мне делать теперь? Так, может быть, мне нужны типа... А, ты еще тут, молодец. Ай, песчинка в глаз попала. Я тут вообще-то идиот. Так. Ну, мне надо найти какой-нибудь Болткёс, найти какой-нибудь Ласситер пожарный. Ну, полтрек, в принципе, тоже подойдет. Эй, мужик, ты че недоволен? Эй, я первый раз вижу, чтобы рабочий после угона был недоволен. Обалдеть, видимо, он взял в кредит этот грузовик, чтобы работать. О, другое дело. Вот именно эта машина я ждал хотя бы. Так, там трамвай, он вроде как прикрывает обзор полицейским, поэтому я спокойно могу угнать. Да? А, ну часть просто сдохла, видимо, от голода. Так, ну ладно, не-не-не-не, не надо, прекрати, все, вернул я твой грузовик. Успокойся только, вот, грузовик стоит, не поцарапанный даже. Ой, блин, это вообще изумительно, конечно. Первый раз я вижу, чтобы работяга так сильно жопу рвал, чтобы вернуть грузовик. О-о-о, лучше на Болтхёрсте кататься, машина, конечно, быстрее разгоняется, но черт возьми, как же плохо она поворачивает. Эх, ребята, не злопамятные вы совсем, а я вот хочу повеселиться. Возрождение рубрики выживания, это же прям должно прям эпичность за эпичностью происходить. Так, Смит & Магнум 27, неплохо. Хороший ствол, в Definitive Edition так не хватало. Я с Магнум пострелял только в конце миссии. Дранс. Так, ну что, кого еще привлечь? Кого привлечь-то еще? Не, дайте полють, ты понимаешь. 7 на 17. Ой, 7 на 7. 7 и 7. Ох. Да хорош, хорош. Ребята, чего такие озлобленные? Я хочу с вами покуражиться. Хочу вам настроение поднять. Вы свою самооценку хотите поднять за счет того, что стреляете по пожарнику.
Который, между прочим, жизни людей спасает. Который, между прочим, отговорили того ублюдка сбрасываться с моста. Хорош, хорош. Ну давайте, давайте, разбейте себе. Разбейте себе все лицо, молодцы. Успех уйдете. У меня очень твердая жопа. Так что успех, конечно, вам. Но мне кажется, что вы долго не проживете. Давай еще, может быть. Давай. Ай, хорошо, давай еще. Еще ни в чем себе не отказывай. Так а если я перевернусь, я вообще сдохну тут? Оуч. Ох, какая карусель. Не переворачивайся, блин. Тут нет функции Definitive Edition. Тут нет функции переворота машины. Значит игра плохая. Тихо. Ребята, сейчас будет бум. Как вам, а? Сейчас еще взорвется и этот. Автомобиль, который бы реально взяли и разбили. А такая машина хорошая была. С удовольствием на ней катался в 10 главе. Все, что делал, блин, в 10 главе катался. 40 минут, то обратно. Ладно, похороню я вашу машину с почестями. Спокойненько. Да ты что, серьезно? Не взрывай мою машину. Понятно, ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Сейчас я просто дойду до желтого пита, возьму коктейль Молотова и херакну эту машину и все. Вот на этом мы на такой мажорной ноте мы завершим первое после длительного перерыва выживания в Lost Haven. Друзья, сразу не забывайте, комментарии, лайкосы. Чем больше лайкосов, тем быстрее я начну следующее выживание, которое вы мне напишите. Так, Хазиза не хватает. Не, а Азиза не желтого пита, блин, как желтого пита не хватало в Definitive Edition, это вообще жесть. Вот без желтого пита просто ни туды, ни сюды. Вот это можно было гранату убить. Надо убить гангстера, хочу гранату. Так, гангстерятина-то где есть? Вот, такой смирный, как будто он вообще к преступному миру не имеет ни малейшего отношения. Все, два коктейля и одна граната. Все, что нужно для того, чтобы следы преступления замести. Так, вот гранатка. Все. Похороним сейчас эти машины. И все, мы как будто бы ничего не делали. Мы вообще законопослушные граждане с вами. Беру. В смысле, замечено оружие. Да не, это не оружие, о чем ты говоришь? Какое это оружие? Это муляж. Вот и все. Ну вот зачем, а? Ну сам себе неприятности создал. Ловите! Ух, как красиво. О, брейкданс колеса на крыше полицейской машины. Красотища. Ну. Ох ты, пожарка первая взорвалась. Только не пробивай машины. Какие машины делают хорошие для полицейских? Прям изумительно. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем огромное за внимание. Ставьте лайкосы, комментируйте, какая машина будет следующей и какая игра будет следующей. Пока, успехов, удачи. Не болейте, не скучайте, не грустите.